Всем привет, друзья! С вами я, Биз, и сейчас Анет принимает участников в тестовую группу. Сейчас вы реально можете попасть на тестовый сервер. Он очень много людей принял. Было 63, тысячи стало 65. Сейчас он не все не принимает. Советую вам, знаете, как делать. Советую вам просто создать много аккаунтов и вот так вот кидать заявки, когда Анет в сети, чтобы он вас принял. Ну, если вы не цитируете, вы понимаете, что нет смысла кидать запрос. Ну, так вот просто перезакидывайте и все. А сейчас я скажу, почему не снимал видео, потому что мне было лень. Ну, вернее, на самом деле, просто не было желания, потому что хотелось как-то снимать видео на Бисмосе только, потому что сейчас ничего нового в Бисфарме не происходит. Но скоро выйдет Бисмос, большое обновление, и все будет, в принципе, хорошо. На этом все. Всем удачи и всем пока.